Давайте потом встречаемся, посмотрим на машины друг друга, в каком они виде. Или не вам надо. Нечего показать? У меня колеса еще на месте. Ну. Еду, чувачок, еду. 9 клиентов, 67 тысяч. Я уже лечу, родной! Ой! Ау, помойка. Давай, залезай. Ну, залезай! Багажник открыт, ты поместишься. Даже ты поместишься. Давай, садись. Девять 150. О-о-о-о. Сколько интересно в итоге будет. Я, короче, пока в одиночке. 700. Пойти. Ох! Она этого не заметила! Мы впилились с прыжка, 100-метрового прыжка в лабаш впилились. Она этого не заметила. О, зато теперь списала сразу 300. Они странные. Я отсюда забирал людей, теперь я сюда привожу. Как это работает? Меня чем обозвал сейчас? Нормально, садись, доедем. Не боись. Мне 3 осталось. Я не быстрый. Почта не работает. Блин, я думаю, я нажму, у меня карточка остановится. Что, он стоял с табличкой? Let's get this chariot in motion. 8600? Если он стоял с табличкой и просил милостыню, то теперь он мне дает 8600 чаевых, у меня есть вопросы. Такой типа, может я не тем занимаюсь? Как бы у них тоже свои схемы есть. Воу, это было близко. Дальше нашел. Азам. Фас. На карауле я уже задание запустил. Хьюстон, у нас проблема. Есть кто поблизости? А я не могу управлять машиной, пока она садится. И выйти из машины не могу. А что мне делать? Так, если я выстрелю, она, наверное, убежит. Но, видимо, придется попробовать. А буполки у меня нету, да? Блин. О, Ром! Ты там... С клиентом? Да. Стукни меня немножечко в бампер аккуратненько, может поможет? Мужики, я не вылетел? Нет, еще, но нет. Это не сразу произойдет. Я, короче, застрял. У меня так. Местоположение касательно тела открылся. Спасибо, с меня шаурма, дорогой. И катишься вниз. Не, а во что впилился? Дерево. Я говорю, я вот впилился со всей дури в машину, летя с горы, и ни хрена. Блин, 9500 была такая красивая цифра, зачем надо было списывать что-то? Никуда же не впиливались, ничего, едем почти по своей полосе. Почти не по встречке. Я говорю, их надо просто довозить быстро, чтобы они не успевали списать много. И все, работа на сегодня окончена. Я тебе говорил, доедем. 75к я заработал. Сколько клиентов? 10.